Хорошим людям хорошего дня. Сегодня, друзья, у нас мегаламповый контент, который прекрасен чуть менее чем полностью. Во-первых, это паровоз. Во-вторых, он на ходу. В-третьих, он узкоколейный. А в-четвертых, он из Польши. Студент! Комсомолк! Спортсмен! Да при чем тут это? Впервые за десятки лет нашему парику провели капиташу, капитальный ремонт. И сегодня мы, опять-таки впервые, его растопим и покатаем. Поехали! Видите, паровоз практически готов к растопке. Осталось поднести спичку. Старший машинист Алексей, которого вы знаете по предыдущим роликам, согласился возглавить эту миссию. И вот, тарам, поджиг. Вопрос. Так, значит, у нас главный открыт. Угу. Все остальное все пока закрыто. Манометр открыт, да? Вот здесь манометр, интересно. Ну, Серега, растопится, закипит, увидим. Это что-то все по-новому. Стекло краны посмотрите. Стекло уже смотрели. Вот, чтобы джентльмен понимал, эта машина одна из очень немногих доживших до наших дней. Второй действующий КП-4 работает в Питере на Малооктябрьской дороге. Привет, октябрята. Третий рабочий в Переславском музее. И есть еще немного машин в Польше и Китае. Вроде как все. Если вам известны другие парики этой серии, напишите, пожалуйста. Ну что же, процесс, как говорится, пошел. Ждем, когда начнет кипеть вода. Обязательное условие – наличие этой самой воды в котле. Водомерное стекло – это важно. Обратите внимание, давление пара в котле пока по нулям. Но вот уже из трубы занялся дым, пока на минималках. Ведем наблюдение со стороны носа. Проверка на герметичность. Как говорится, труба с небом разговаривает, а запах, как будто баню растопили. Топка Ивановна. Может, яичницу замутить на лопате? Или Прокопия позвать на шашлыки? Дым становится все гуще. Грета одобряет. Пожалуй, скоро поедем. Изначальным проектом для КП-4 был паровоз П-24, разработанный Коломенским заводом еще в 1941 году. А наши герои строились уже в 50-е годы. И всего завод «Фаблок» в Польше выпустил 885 машин. Это очень много для узкоколейной техники. Сколько там атмосфер? О, уже 8. Ну, почти. Кстати, смотрите, как преобразилась будка машиниста после капиталки. Ее обшили деревом, плюс 80 к ламповости. Это тебе не P1M с пластиковой кабиной и таким же пультом, который осуждает наш КП-4. До кучи появился 254-й кран, совсем как на VL80S. Ну и другие приколюхи. Сейчас мы вам покажем работу компрессора паровоза, он же паровоздушный насос. Вот, внутри ходит поршень и качает воздух для тормозов поезда. А электричество? Спросит джентльмен. Есть, конечно, есть. Сейчас вы услышите работу турбогенератора, который силой мысли, то есть пара, вырабатывает электрический ток. Буферники начинают светиться. Пора ехать. Итак.
Ясно. Давайте еще раз. Стихия воды и огня. Их синтез дает настоящее чудо. И вот уже дышло, вращают колесные пары. В этом ролике мы намеренно показываем ретро-локомотив снаружи. Если же джентльмен желает увидеть КПшку изнутри, пусть чекнет другие наши ролики. Ссылочки будут в описании. А представляете, как было бы красиво, катаясь этот паровоз ночью со включенными фонарями и прожектором. Просто космос. Увы, пора загонять ветеранов в депо. Воспользуемся для этого ультрасовременным тепловозом с мощным дизелем. Кстати, позвольте поинтересоваться, что больше по душе вам, тепловоз или паровоз? С интересом прочтем все комментарии. Вот такая получилась поездка, друзья-товарищи. Первая в этом году и первая после капиталки. Можно оценить ее лайком или дизом. А еще лучше будет, если джентльмен подпишется на наш скромный канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!